На выборах в городской совет Хемтромка в штате Мичиган, где проживает большая диаспора поляков-католиков, победили мусульмане. Таким образом, впервые в истории города членами городского совета стали представители мусульманской общины. Наим Чауд Харим, Аманда Джаковский, принявший ислам-американка польского происхождения, носящая хиджаб, Мухаммад Хасан, Мухаммад аль Халил Рифаи и Адам аль -Марки. Самое интересное, что мэром города также избран мусульманин 42-летний Амир Галиб. Важно помнить, что хотя все мы оказались практикующими мусульманами, нас избрали в рамках процесса, утвержденного Соединенными Штатами, Мичиганом, округом Уэйн и Хэмтромком. Как сообщают местные СМИ, до этого времени ни один городской совет США не был представлен в мусульманском составе. Как сделать так, чтобы новости о мусульманах увидела больше людей? Пишите комментарии и ставьте лайки. Доброго вам дня!